В Одессе радикалы попытались прорваться к зданию суда, где избирали меру пресечения лидеру местного автомайдана Евгению Резвушкину. Его обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов и хулиганстве. Несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей принесли с собой покрышки и подожгли одну из них. Полицейские выстроились цепью у ворот. Противостояние продолжалось около часа. Некоторые активисты автомайдана прятали свои лица под масками. В итоге суд арестовал Резвушкина на 2 месяца. И сегодня же в Одессе были арестованы 2 лидера местного отделения, запрещенной в России. Экстремистской организации «Правый сектор». Им предъявлены схожие с Резвушкиным обвинения и также в ближайшее время должны избрать меру пресечения.